В столице Болгарии, несмотря на формальный запрет, состоялось факельное шествие националистических организаций. Марш устроен в честь правого националиста Христа Лукова, выступавшего за союз Болгарии с Третьим рейхом и расстрелянного партизанами в 43-м году. К болгарским товарищам присоединились радикалы из других стран. Для нас очень важно поддерживать контакты среди националистических движений Европы, поскольку мы абсолютно уверены в важности свободных и независимых государств. Одновременно в Софии прошел и марш антифашистов. Они обвиняют власти страны в дозволяющем отношении к экстремистам. На словах их осуждают, но на практике марш ультраправых никто не препятствовал. С нас хватит нацистов 20 века. Мы не хотим снова видеть, как эта идеология уничтожает жизни миллионов людей. Марш в честь Христа Лукова остается одной из самых полемичных тем болгарского общества. Мэрия Софии неоднократно запрещала шествие, но противникам не удается добиться его полного судебного запрета.